В Орленке завершился форум «Участие переменным». Его организатор – Международный союз детских общественных объединений СПО ФДО. Форум собрал более 200 активистов пионерских организаций со всей России. На торжественном закрытии смены наградили лучших в разных направлениях. Это экология, спорт, экскурсии, медиа и другие. Грамоты вручили лидерам образовательных, конкурсных и игровых площадок, а также руководителям смены. 27 участников форума стали обладателями памятных медалей «25 лет СПО ФДО». Проекты, перспективные идеи, творческие наработки смены, весь этот опыт молодые лидеры увезут в свои регионы. Сейчас актуально сохранить интерес ребят к детскому общественному движению. Оно есть и очень большой, и здесь главное не запутаться.